Для приготовления пасхального кулича крафен подготовим все ингредиенты. Наименование и количество я указала в описании. Изюм необходимо замочить в кипятке на 5-10 минут. Потом обсушить бумажным полотенцем. Теперь подготовим опару. В теплое молоко добавляем 1 чайную ложку сахара от общей массы и дрожжи. Даем постоять 5-10 минут. Затем яйца взбиваем с сахаром до белой массы. Затем добавляем цедру, апельсиновый сок, растопленное сливочное масло и готовую опару. Теперь постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Готовое тесто не должно липнуть к рукам. Готовое тесто кладем в смазанную маслом миску, накрываем ее и оставляем на 1,5-2 часа, пока тесто не увеличится в 2-3 раза. По истечении времени тесто делим на 3 части, скатываем их в шарики и оставляем под пленкой еще на 10-15 минут. Далее каждый шар раскатываем в тонкий пласт. Обильно смазываем его сливочным маслом. Посыпаем изюмом, орехами и скатываем в трубочку. Готовую трубочку также кладем под пленку. Затем берем трубочку, разрезаем ее вдоль, но не до конца, и скручиваем кулич, как я это показываю на видео, слоями наружу. Хвостик прячем вовнутрь. Готовый кулич кладем в форму и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. То же самое проделываем с остальными трубочками. Выпекаем куличи в духовке при 200 градусах 10 минут и при 180 20-30 минут. Готовность проверяем шпажкой. Кулич получается не только вкусным, но и очень красивым. Его достаточно присыпать сахарной пудрой.